Министерство спорта Республики и Якутский республиканский совет «Динамо» подписали соглашение о сотрудничестве. Отныне они совместными усилиями будут развивать физкультуру и спорт. Физкультурно-спортивное общество «Динамо» имеет глубокие корни. С момента образования в 23-м году 20-го столетия по сегодняшний день динамовцы верны своим принципам. Сотрудникам органов безопасности и правопорядка есть все возможности заниматься оздоровлением и спортом, поддержать себя в отличной спортивной форме. Физическая культура и спорт – образ жизни правоохранительных органов. Желающие, я думаю, что желающих достаточно. И вот как вы сейчас спросили, каков процент, ну, я вам скажу по правоохранительным органам, 100%. 100%. Все занимаются? Все занимаются. Ну, так и должно быть, наверное, да? Физической культурой. Вот, потому что это необходимо для профессиональной подготовленности. Целью совместной работы по развитию служебно-прикладных видов спорта и физкультурно-спортивного движения подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Основной упор в соглашении сделан на предоставление сотрудникам правоохранительных органов, спортивных объектов и создание необходимых условий по сдаче нормативов ГТО. Заложен крепкий и надежный фундамент в совместном решении целей и задач в сфере физкультуры и спорта. Василий Посельский, телевидение НВК Саха, Якутск.